Выросли цены на мясо и овощи. Согласно данным Тюменьстата, с начала текущего года в Сургуте на 33,5 рубля подорожал килограмм говядины. Прежде он оценивался в 574 рубля. Это в среднем выше, чем в остальных муниципалитетах Югры. Самая дорогая свинина и баранина на прилавках Ханты-Мансийска. До изменений их ценник составлял 368 рублей и 683 рубля соответственно. Стоимость помидоров, моркови и свеклы также поменялась. Дороже всего томаты теперь стоят в Нижневартовске 325 за кило плюс 45 рублей за 4 месяца. Корнеплоды в ХМАУ поменяли стоимость на 14-18 рублей.